Сергей Михайлович Прокудин-Горский известен во всем мире. Это был очень разносторонний человек, ученый, химик и изобретатель. Но прославился он своей обширной коллекцией цветных фотографий. Сергей Михайлович Прокудин-Горский является членом Императорского русского фотографического общества. Он сделал более 4000 снимков в разных точках мира, используя метод трехцветной фотографии своего учителя Адольфа Митте. Позднее он создал собственный сенсибилизатор, делавший бромо-серебряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. Это изобретение вывело цветную фотографию на новый уровень. Сейчас создаются миллионы фотографий, но тогда каждый снимок был чем-то торжественным. Сергей Прокудин-Горский горел идеей проехать по России и снять всю красоту природы, памятники архитектуры, быт людей, инфраструктуру. Ему удалось создать большой архив и сформировать правдивый облик России. Архивные фото разделены на 12 серий, каждая из которых соответствует определенной локации или теме. Например, в отдельную серию вошли фотографии из мест наполеоновской кампании 1812 года. На снимках из этой подборки изображены природа, храмы и современная автору жизнь России. Большой интерес представляют фотографии из поездки по Кавказу и побережью Черного моря, сделанные в апреле-сентябре 1905 года. География подборки охватывает юг России, современную Грузию, Азербайджан и Турцию. На фото изображена архитектура, пейзажи, местное население, национальные памятники культуры. Выделяется и серия, представляющая Центральную Азию. Прокудин-Горский совершил немало путешествий по территории современного Кавказа и Узбекистана. В 1907 году он отправился в Самарканд, чтобы снять солнечное затмение. Попутно Прокудин-Горский фотографировал мечети и местную архитектуру, посетил Бухару и Ташкент. Сергей Михайлович Прокудин-Горский отобразил в своих ярких красках облик России конца 19-го – начала 20-х веков, сохранил и увековечил его в памяти поколений.